Анна Панова, мы с ней знакомы много-много лет. Вот. Меня подкупило, знаете что? Вот она мне заказала, это уже в отчаянии. Вот. Вроде бы из самых моих первых учеников и все должно получаться, но не получается. Вот. Ну и что я для нее теперь должен делать? Жалеть королевский дар небес, фаину, сливу Ника. Вот. Это все черенки. Будут, Жанна, черенки. Семечки груш, пожалуйста. Вот. Семечки сварог, пожалуйста. Семечки яблонь, пожалуйста. Ранетка, пожалуйста. Вот. И все это я вам подарю. Хватит вам это. Деньги выбрасывать. Это я вам все подарю. Мы уже сроднились так, что какие-то между нами счеты. Меня вот это вот восхитило. Я не могу такие вещи пропускать. Вот. У меня наросли сеянцы абрикосов сына маньчжурцев, посаженные весной 19 года, которые переросли в песке. Вы их тогда по дешевке продавали. Ага, по дешевке, только вам. Я их посадила в лесу. Что будет, то и будет. Сейчас выжило штук 30. В лесу. Рост небольшой, так как росли вообще без моего участия в траве. Выжили благодаря змеям, обитающим в этом месте. Мыши не тронули саженцы. Благодаря змеям. Поэтому просьба черенки прислать не толстые. Вообще мыши мне отбили охоту заниматься садом. Но садоводство это диагноз. И после небольшого перерыва все начну сначала. Ладно, берите меня в долю. Ваш энтузиазм, мои семена и черенки. Вот. Если вы меня слышите, найду я не найду, а адрес. Присылайте адрес.